62-летний музыкант Игорь Николаев рассказал о ссорах с 40-летней женой певицы Юлией Проскуряковой. Своими откровениями пара поделилась в интервью «7 дней». Со слов супругов следует, что пандемия и самоизоляция не повлияли на их союз. «Это не про нас с Юлей. У нас все замечательно», — поделился Игорь Николаев. По словам певца, недомолвки могут случаться во время стресса после концертов. Наоборот, когда идет активная концертная жизнь, когда стрессы, приходишь домой с обнаженными нервами, и может начаться выяснение отношений. А если причины для стресса отсутствуют, то все спокойно, рассказал он. Юлия Проскурякова также добавила, что во время пандемии они с мужем еще больше сплотились, ей было приятно, что им не надо куда-то спешить, а проживание в загородном доме позволяет гулять. Во время пандемии супруги увлеклись бадминтоном. Напомним, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова поженились в сентябре 2010 года, исполнительница стала третьей женой артиста. В 2015 году у них родилась дочь Вероника.